и песенка моего замечательного друга из города Глазов Александра Глезина. Как хотел, чтобы он приехал как-нибудь сюда. Да. Апрель. Там тоже припев должен хорошо зайти и пробивать можно. Апрель по капризам хмельным назначен опять дирижером. И вот уже зимний оркестр играет последний сонет. Тревожит метели и капель звенящей репризой мажора. И вписан в листы партитур весной утвержденный сюжет. Ах, апрель, мой апрель, это всюду счастливые лица, это песенный звон, это первые ночи без сна. Ах, апрель, мой апрель, ну так как же в тебя не влюбиться, если струны гитар разбудила ручьями весна. В шорох последних снегов и перемены прогнозов, карнизы потаявших крыш чечеткой плывут допоздна. Апрель словно точка минут грачей расселил по березам и теплым дыханием своим сугробы сдвигает весна. Ах, апрель, мой апрель, это всюду счастливые лица, это весенний звон, это первые ночи без сна. Ах, апрель, мой апрель, ну так как же в тебя не влюбиться, если струны гитар разбудила ручьями весна. Пусть нас прошивают дожди, пусть ветрами спит гитара и тяжестью давит порой нахмуренность прожитых зим. Только апрель дирижер нам струны настроил недаром и дарит с весенним теплом веселые песни свои. Ах, апрель, мой апрель, это все счастливые лица, это песенный звон, это первые ночи без сна. Ах, апрель, мой апрель, ну так как же в тебя не влюбиться, если струны гитар разбудила ручьями весна, если струны гитар разбудила ручьями весна. Еще раз, если струны.